Сават – французский бокс или французская ножная борьба. У этого вида единоборств немало названий. В переводе с французского сават звучит как «стоптанный башмак». И это не случайно. В отличие от других единоборств, здесь бить можно только стопой. А ноги обуты в специальные ботинки. Лиза занимается штурмовым боем, но это не помешало прийти в спортивный зал МГИМО и попробовать свои силы в открытом ринге по французскому боксу «Сават». Чтобы попробовать что-то новое, получать также медали и получать опыт. Соревнования приурочили к 19-летию спортивного клуба «Олимп». На ринге 21 пара бойцов. Им от 10 до 17 лет. Определить лучшего саватиста предстояло профессиональным судьям. Турнир проводится с целью популяризации вида спорта «Сават». Ну, мы его знаем как французский бокс. Вот. И соревнования приурочены к дню рождения нашей общественной организации. В начале марта нам исполнилось 19 лет с момента государственной регистрации и 34 года с момента основания клуба. На открытый ринг пригласили профессионального боксера из Франции. Он не понаслышке знает о тонкостях боевого искусства «Сават». Движения, они адаптированы под европейцев. Это вот высокие удары, это перемещения такие и много свободы. Нету вот таких жестких рамок, как вот там карате, тхэквондо. Здесь больше эстетики и свобода. Открытый ринг показал. Сегодня французский бокс пользуется большой популярностью среди спортсменов. Лучших саватистов наградили кубками. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».